Детские дома прекратили свое существование. И в скором времени в регионе появятся ясли для двухмесячных малышей. Координационный совет по профилактике социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми обозначил планы на предстоящий рабочий период. В Тамбовской области справились с задачей – закрыть все детские дома. Такая социальная политика идет по всей стране, но не все регионы пока справились на 100%. У нас уже бывшие детские дома трансформировали в центры оказания помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Практически все дети сейчас находятся в приемных патронатных семьях. А есть временные такие стационары, когда ребенок помещается на достаточно короткое время, но и остались, конечно, воспитанники старшего возраста. Они вырастают, поступают в профессиональные учебные заведения и покидают наши стены. Поэтому такое понятие, как детский дом, институционально прекратил свое существование. В ходе обсуждений рассмотрели вопросы трудоустройства одиноких мам. За год работу с помощью службы занятости нашли почти 2000 родителей, в их числе 64 одиноких и 65 многодетных женщин. Все они оказались в непростой жизненной ситуации. Координационный совет рассмотрел и реализацию национальной стратегии в интересах детей, которую не так давно озвучил президент Владимир Путин. Наталья Астафьева подчеркнула, что в ближайшее время в регионе появятся ясли для малышей от 2 месяцев.